Красотули мои, всем большой привет! Я немного усталая, немного замученная, но я спешу к вам со своими покупками. В общем, да, все, если ты зашел ко мне впервые, меня зовут Ирина, я рада тебя видеть у себя на канале. Я только что приехала с магазина «Магнит Косметик», купила там всего всякого разного вкусного и интересного, поэтому оставайся со мной, продолжай смотреть это видео, подписывайся на мой канал и не забудь поставить лайк этому видео, мне будет очень приятно. И оставляй свои комментарии, хотя бы просто элементарно напиши, как у тебя дела, и да, давай с тобой там пообщаемся. Ну что, давайте я поменяю ракурс, и мы, точнее, я вам покажу, что купила, потому что тут кое-что купила такое, что от себя даже совсем не ожидала. Вот такой пакет еще у меня получился. Я вообще рассчитывала, кстати, что куплю максимум в Магните там на 800 рублей, потому что я шла там за несколько позиций товара, но по итогу опять оставила там 2000 и урулила туда, в общем, да, как бы, но все было нужно, и меня радует то, что была скидка. Ну так вот, давайте смотреть, что я купила, буду доставать все рандомно, здесь у меня будут и косметические покупки в косметике, как, что из косметики приобрела в этом магазине, и, конечно же, бытовая химия. Начнем с бытовой химии. Первое, что я достаю, что мне попадается, это бумажные полотенца от бренда Зева. Это у них серия идет премиум, она намного дороже, чем обычные их Зева бумажные полотенца, но от себя могу сказать то, что вообще Зева мне очень сильно нравится. Вот это премиум, она идет мягче, чем обычная Зева бумажные полотенца, поэтому, девчонки, если вы используете именно вот такие бумажные полотенца, как и я, в личной гигиене, это именно вытираете свое лицо после умывания, то рекомендую серию премиум, они мягче. Если вы используете просто, к примеру, для кухни, да, там для хознужд, то обычные Зева бумажные полотенца отлично подойдут. Ну и вот эти я сейчас, тут их две штуки, жаль, что их не делают в большем объеме, там, да, вот где их 4 штуки, было бы намного удобнее и экономичнее. Но все-таки, собственно говоря, одна у меня улетает в ванную комнату, другая у меня идет на кухню. С удовольствием всегда их покупаю, и вы знаете, уже на протяжении 4 лет я всегда вам твержу только о Зеве. Очень сильно люблю. И также из Зевы купила вот такую вот туалетную бумагу, взяла обычную. Ну, как обычную, взяла в этот раз не детскую, потому что детская не было, взяла вот эту Зева Делюкс с супер впитывающими подушечками, очень мягкая, использует вся семья, ребенок, и прям мне очень нравится. Единственное, что я забыла купить влажную туалетную бумагу, но я сейчас по делам опять поеду в город, буду носиться по городу, и поэтому заеду, куплю то, что еще сейчас не докупила, и досниму потом в этом видеоролике. Ну так вот, очень сильно люблю Зеву туалетную бумагу, блин. Ребят, я буду прекращать сейчас рассказывать о туалетной бумаге Зева, потому что уже 2,5 минуты я вам говорю только о туалетной бумаге, о бренде Зева. Но они мне не доплачивают за их рекламу, да, вот так вот. Смотрите, что я еще взяла. Взяла вот такое средство Pemalux Extra 5. Это идет эвкалипт и пихта, какой-то супер антибактериальный эффект. Взяла ради этого, потому что не было моего средства от Санита, которое я очень сильно люблю. Мне очень нравится кремовое средство для чистки поверхностей. Взяла этот, потому что вроде бы бюджетно, но с учетом того, что это стоит уже практически 70 рублей, за минусом скидки, как бы получилось не сильно дорого, потому что любые другие средства там стоят свыше 1000 рублей. Но раньше я очень любила Pemalux за то, что можно было купить там за 30 рублей упаковку, и вообще было очень круто, как бы очень все хорошо очищает, мне очень нравится. Новиночку для себя взяла вот такое средство от Sanfer, это дезинфектор, отбеливание, обеззараживание, чистота, что-то очень новое, убивает микробы, стоило оно что-то больше 100 рублей, но на него была скидка, поэтому схватила, и сейчас его залью в унитаз, если мне понравится, то сбегаю, куплю еще одну, пока есть скидки, потому что, в принципе, бренд Sanfer мне нравится, раньше его всегда покупала, потому что была бюджетная цена, как цена на него вскочила, стала искать альтернативу, ну, вот как-то вот сейчас его схватила, потому что интересно попробовать. Следующее, что взяла из новиночек, это вот такое средство от Мастер Блеск, Део блоки для унитаза, 40 рублей стоили, 40 рублей, потому что прямо передо мной ценник стоял, поэтому сейчас все еще помню, сколько стоит. В общем, это, как видите, вот такие вот, там какие-то шарики, крепятся они под ободок унитаза, будет аромат лаванда, вам потом расскажу, понравилось или нет, все, конечно, в пустых баночках,
хозяйке на заметку будет. Но это вот именно производство для бренда, для магазинов Магнит Косметик. Девчонки, если пробовали, конечно, напишите, очень интересно знать. Ну что, бытовая химия у меня закончилась, сейчас вам покажу средства гигиены. Буду показывать все, что купила, потому что, ну, чего скрывать, мы девочки, и тут у меня женский канал. В общем, купила себе прокладки гигиенические от бренда Always, их серия Platinum, очень мне нравится вот именно вот эта серия Platinum, вообще я не очень сильно люблю гигиенические прокладки, я немножечко другое люблю, но вот эти мне очень сильно нравятся тем, что они реально очень круто работают, и они очень приятные к телу, и главное то, что они не раздражают, нет никаких там парниковых эффектов, действительно отличные крылышки, которые все замечательно защищают, и ты себя чувствуешь абсолютно уверенно в такие дни, когда мы, девочки, и так психологически очень уязвимы, и нам очень крайне важно, чтобы мы себя еще чувствовали в любой одежде, чтобы, знаете, так ничего нигде не выпирало и все максимально защищало. Поэтому, девочки, если еще не пробовали и считаете, что это дорого, попробуйте, вы их будете всегда брать. Я вот перешла на эти, мне очень сильно нравится. Итак, все, еще тут я купила себе кое-какую одежду. Взяла колготки 20D. У меня это... Я ждала, в общем, искала колготки, которые будут без лайкры. Терпеть ненавижу, когда блестят ноги, у меня прямо от этого мандражит. Называется Миеле, эсочка, и Намора бренд. В общем, для меня это недельные колготки, максимум несколько дней. Стоили они 160, по-моему, но не знаю, я их ни разу не пробовала, но белье и Намора мне нравится, так что буду пробовать. Напишите в комментариях, какими колготками вы пользуетесь, капроновыми колготками, какие вы покупаете, либо чулки какого бренда, потому что за декретный период времени я что-то прям выпала из этой вот темы индустриальной носочно-чулочной капроновой, поэтому, девчонки, пишите, какие сейчас из брендов реально крутые и именно прочные рабочие колготки, которые не боятся того, что вы вот так вот проведете по колготке, и там не будет никаких зацепок. Вот, так что взяла вот эти попробовать, потом вам расскажу. Взяла средства. Кстати, сейчас буду ругаться. Бренд Жилет, вы что, сдурели? Смотрите, какие-то крошки. Ой-ой, позорненько. Бренд Жилет сдурел. Вот эти вот две штуки, они стоили около там, по-моему, 600 с копейками рублей. Вы серьезно за две сменные головки столько денег отдавать? Я просто вообще офигела. Вот серьезно, каждый раз, когда я покупаю станки, сменные станки для своего супруга, вот эти вот головки, у меня прям мат-перемат происходит в голове, потому что, ну, это невозможно дорого, ребят. Либо мужики у нас будут отпускать бороды, а мы будем страдать от того, что они все время, целуя нас, будут там все, знаете, колоть, и как бы будет не очень приятно. И мы вернемся до, так скажем, Петра Первого в период, когда у нас все мужики ходили с бородами, либо компании, вот, которые изготавливают станки, вот эти вот бритвенные наконечники, вот эти вот головки, делайте цену реально доступнее, потому что среднестатистическому гражданину с зарплатой, пусть там в 15 тысяч рублей, ну, блин, дорого покупать вот такие вот насадки, которые стоят, простите меня, там по 700 рублей в две штуки, ну, это бред какой-то, я серьезно, я прям материлась и материлась. Также я очень сильно матерюсь на вот эти вот штуки, когда я покупаю их, они стоят по 200 рублей три станка. Когда раньше они стоили намного бюджетнее, как бы и зарплаты были те же. В общем, взяла себе вот такие два станочка на тот случай, если у меня вдруг закончатся мои восковые полоски, возьму их. То есть, как знаете, я вот такие станки, я не пользуюсь станками, для меня это вот прям ужас, ужас ужасный, потому что после бритья у меня всегда появляется раздражение, прям гнойные такие, знаете, воспалительные, фолликулит возникает, так его называется, когда вот эти волосяные фолликулы, они в гнойные такие прыщички возникают, вот у меня такая фигня на ногах, где бы я ни побрила, у меня такая ерунда, поэтому мне нужно обязательно пользоваться восковыми полосками, вот для депиляции, вот всем чем-то таким, тогда у меня все окей, нет раздражений, как только станок в руки попадает, я что-то делаю, и у меня всегда появляется раздражение. Но, несмотря на это, все-таки НЗ держу вот такие вот станочки. Выбирала долго, мучилась. Это, знаете, из серии 4 штуки, и вроде бы как бы там по 25 рублей за станочек получается. Поэтому взяла, ну, тоже считаю дорого.
Так, что тут у меня еще? Взяла расходный материал, это вот такие вот платные палочки, самые дешевые в Магнит Косметик, очень люблю их, потому что не вижу смысла просто переплачивать за что-то другое. Взяла два своих любимых крема. Слушайте, они тут их еще подписывают, сколько их штук в количестве. Взяла аж две штуки, потому что была на него очень хорошая скидка. Я очень сильно люблю этот крем. Единственный крем, который из middle-маркета, масс-маркета, который меня спасает от сухости рук. А у меня сейчас руки превратились просто в сушеное яблоко, такие, знаете, куриные лапки. Что еще взяла? Взяла вот такую зубную пасту от бренда Blendamed. Я много раз говорила о том, что мне очень нравится зубные пасты Blendamed. Не вижу смысла пока искать что-то другое. На нее была тоже скидка. И тут бодрящая свежесть. Так что вот стоила она что-то, по-моему, 80 рублей. Может быть, чуть больше, где-то так. Так, что еще себе взяла? Взяла себе вот это средство от Nivea для снятия макияжа с глаз. Потому что гидрофильные масла, это все очень здорово, но я соскучилась по вот этим средствам. Единственное, что тут 125 мл, и вот эта вот фигнюшечка стоит больше 200 рублей. В общем, компания Nivea, ну вы понимаете, да, делайте хотя бы вот такие вот средства в наборах. Я не знаю, чтобы там какой-нибудь крем шел хотя бы, и вот такое средство. Потому что вот за одну вот такую штуку в 125 мл отдавать там больше 200 рублей, ну как-то дороговато, потому что вот эти вот 125 миллилитров при регулярном использовании максимум на 2 недели, мне кажется, хватит. Это мое личное мнение. И просто то, что я от себя не ожидала, но скоро в моем будущем вы увидите посты на эти продукты, что я взяла. Я взяла вот такие вот, ну капец, у меня тут, конечно, крошки, девчонки, простите. Взяла на пробу вот такой вот крем для кожи вокруг глаз, омолаживающий, женьшеневый, Невская косметика. Расскажу все в обзорах, будет обзор на эту косметику, хочу сделать. Ну вот просто захотелось, потому что, во-первых, она недорогая, если она еще рабочая, это будет круто. Это из той серии, когда, помните, я нашла просто супер-пупер крем, точнее два крема нашла из самого дешевого сегмента по 70 рублей для лица от бренда Boroderm. Понимаете, да? А вдруг эти тоже выстрелят, поэтому взяла вот такой крем для кожи вокруг глаз. Вот это средство для нормальной сухой кожи, это одна моя знакомая этим кремом пользовалась постоянно-постоянно. И сейчас, когда я стояла в магазине, я думаю, блин, она пробовала, надо взять попробовать. На самом деле очень страшно, но что не сделаешь для своего канала, для обзоров. И вот такое средство Гиалурон Плюс, тоже очень интересно попробовать. Я так и не поняла, кто производитель. На самом деле, что-то я не вижу. Но, как все распробую, я обязательно вам, девчонки, мальчишки, расскажу. Но тут написано, что гиалурон, гиалоген активно, интенсивно увлажняют, способствует замедлению старения кожи. Так что да, вот если вы увидите, что я тут помолодела лет так на 25, и перед вами будет сидеть маленький ребенок, знаете, это все чудо-крем. Как и сказала, пришлось добежать в магазин, подкупить то, что не было в первом Магнит Косметику. Вы также делаете? Делайте несколько забегов в тот день, когда там есть скидки. У меня получается так, потому что хочется максимально хоть как-то сэкономить, хотя, знаете, сегодня, вот сейчас, когда покупала вот эти вот, закидывала в корзину, слышала, подслушала диалог двух женщин, где одна другой сказала то, что на многие позиции товара цена выросла на там 10-15 рублей. То есть, как бы, как вы понимаете, скидки оказываются не скидочные. Но я вот эти вот позиции товара, которые сейчас вам показываю, вот сейчас, я точно знала то, что они столько стоят и до дня скидок. И, девчонки, напишите, пожалуйста, в комментариях, у мальчишки, если меня смотрят, если вы так же, как я, покупаете на скидках Магнит Косметик, напишите, пожалуйста, вы замечали, что, к примеру, за день до скидок там у них цены одни, а в аукционные дни цены вырастают, ну и, как говорится, скидку они приобрели, поэтому как-то вот так, потому что я насторожилась, не на все позиции товара я знаю у них там цены, но вот эти вот, по крайней мере, я буквально на днях забегала, видела, что эта цена такая. В общем, взяла на пробу вот такой вот крем, гель для мытья рук, жидкое мыло от бренда Aura, антибактериальное, написано увлажнение с алоэ вера. Дико высушила
кожу рук мне, супругу, у сына стала кожа. Кожа рук стала подсыхать, и как-то вот я задумалась, но, к сожалению, не было моего любимого мыла для рук от Dettol. Взяла вот эту вот ауру антибактериальную, надеюсь, оно не будет как-то мерзко пахнуть, потому что как-то не очень люблю. Стоило оно 49 рублей, на него была скидка, аукционный товар, поэтому схватила за 49 рублей, почему нет, тут его 300 миллилитров, в общем, посмотрим, как будет идти расход. Не было моих тех губок, которыми я всегда пользуюсь, это чистюля, пришлось взять вот эти вот губки антибактериальные, написано бренд Fresh, они стоили тоже 50 рублей за две губки, плюс еще была скидка, в общем, посмотрим, как они будут работать, как будут себя вести, но так в целом очень даже такой интересный формат губки. Взяла свои любимые мешки для мусора, они идут не дешевые, цена у них 55 рублей, видите, как хорошо, когда вот берешь несколько позиций товара, цены помнишь, стоят они 55 рублей, и они мне очень сильно нравятся, есть, конечно, там у них более дешевые, есть за 15 рублей, за 20 рублей, я взяла эти, потому что они меня полностью устраивают. Не было моего средства любимого антизасор от Мастер Блеск, пришлось взять вот этот вот. Посмотрим, как он будет работать. В общем, попробую его, вам расскажу. Мастер Блеск не было, был мистер Пропер или мистер Мускул был и еще какой-то. Но они очень дорогие, они стоят за 100 рублей. Я решила не париться и вот это вот взяла. Он стоил что-то в районе 30 рублей. В общем, попробую, расскажу, конечно же, вам все в пустышках, хозяйки на заметку. Ну вот, все, в общем, вот это все мои покупки, которые я совершила. Если сегодня еще что-то подкуплю, я, конечно же, вам все сюда внесу и покажу. А если ничего не куплю, то тогда большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. Подписывайся на мой инстаграм miskik9970, там я тебе всегда рада видеть. Ну и, конечно, не забудь не скупись на лайки, не скупись на комментарии и вообще давай устроим активность на моем канале, хватит мне тут в полудреме быть. Всех люблю, целую, с вами была ваша Ирина, увидимся в скором будущем новом видео, всем пока-пока.